Чили на Бхагавани Шанкрисана Расвами. Они прождали очень сразу. Господь Читания дал наставление Санатана Госвами о процессе преданного служения. He gave very detailed instructions. Это очень подробные наставления. But then he summarized them in five main points. А Господь Читания, он их все суммировал в пять положений. And he said, if all these five, then I'm going to follow the all. Если ты следуешь эти пяти, то ты знаешь, следуешь всем. What were the five? Что это за пять наставлений? Намакиртан. Саду санга. Намакиртан. Саду санга. Намакиртан. Next one more. Следующее. Намакиртан. Third one more. Следующее. Гейми Бхагаватам. Изучать Бхагаватам. Fourth one more. Четвертое. Which we need with faith and reverence. Поклоняться божествам с верой и любовью. Почти. One, one. Пятое. Жить в святом месте.